Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Костя Димка, а также Юрка. Мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а рубрика «Битва воришек». Здорово, ребятки. Сегодня, ребята, мы приехали в забытый район Палета Бэй. Здесь будем искать самые крутые тачки и попытаемся их угнать за 5 минуточек. Спасибо огромнейшее, кто поддерживает меня в комментариях, кто ставит кучу лайков, ребята. Спасибо также за то, что желаете мне здоровья. Я хочу пожелать вам здоровья дважды вам и вашим родным. Поэтому, ребята, не болейте, корона, это вообще тяжко, очень тяжко, да. Вот, а забытый, потому что мы тут давно не были, поэтому нужно будет его обследовать. Понимаю, понимаю, что я этого не знал, окей, хорошо, ребята. Так вот, я очень надеюсь, что мы на копах не попадемся и угоним самые крутые тачки, все будет хорошо. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, давайте добьем уже миллиончик, осталось не так много. Ты фуфлина, ты что делаешь-то, а? На, получай, на, короче, ребята. Ладно, вообще-то давайте выбирать байки, здесь у нас аж 9 штук, поэтому тебя первым выбираем. И Сири, назови число от 1 до 9. Это 4. Тебе 4-й байк, это вот этот вот фуфлиный байк, нормально. Серый такой, серая мышка, байк, короче, да, забираю его. Окей, а теперь выбираем байк мне, назови число от 1 до 8. О! Ты что делаешь? У меня тоже 4-й байк, у меня байк Франклина. Да, да, почти, ну, наверное. А может нет, нет, да ты фуфил, ты залетел через F2, все понятно с тобою. Видел? Да, ребята, валим отсюда, вызываем экзорциста. Я не знаю, что это за перец и как он это делает, вообще непонятно. Окей, ребята, мы готовим байки, да начнем. Так, ребята, на все, 5 минуток. Время мы запустили, поехали искать. Я сразу же смотрю все близлежащее. Может, что найду, а может, ничего не найду. Да. Вижу в гараже, а такую тачку хранить с открытым гаражом — это просто преступление, которое я как раз таки совершил. Чё у тебя там? Проиграл по бабкам. Чё у тебя? Бугатти? Ах ты фуфлина! Ах ты фуфлина пахучая! Я на самом деле Таратару угнал, она на самом деле очень дорогая по отношению к твоей Бугатти, поэтому я минусанулся немного. Да уйди ты, чё на байк заезжаешь, ах ты кура недоделанная, ты посмотри на нее. Посадите его на глушак. На глушак тебя посажу я. Слишком много ты разговариваешь. Не, каблук ты, а я угнал офигеть какую тачку. И гомонкл тоже ты. Я угнал чьи драгстер. Стрелочек еще вдобавок. Тихо. Ну да, знаю. Ну нафиг, понял, да? Ребята, вот это да. Это самый крутой пацанский вообще драгстер, который мог быть вообще в этом районе. Ребята, также напишите в комментариях, какая тачка вам нравится больше всех из нашей подборочки. Эта тачка заработает, получается, балл зрительских симпатий по окончанию. Поэтому, ребята, все как бы в ваших руках. Так. Тут нет ничего. Ля-ля-ля, привет, мужик. На тебе байк, я думаю, ты не расстроишься, не обидишься, потому что я забираю твой Кобра Джет, который ты здесь оставил. Так. Ой, он на меня агрится. Да, я нашел Кобра Джет, брат. Кобра Джет — это просто пушка гонка. Это просто получается автомат, который не заряженный, понял, да? О, твои тачки новые. Не заряженный, там два кирпуса, да, еще не заряженный. А я ничего не делал, я валю. У тебя там немножечко это дымится что-то, братан. Походу это джуджункала дымится твоя, точнее его, как бы. Ну, так там я вроде был, все видел. Тут я, короче, что-нибудь видел. Опа, что-то вижу. Да ладно. Золотой монстр трак, чего? Да, ребята, это такая жесть. Тихо. А это что такое золотое? И там что-то золотое. Ё-моё, я просто сегодня сорвал куш. Куш. Они просто поняли, что мы тут давно не были, поэтому решили понакупить золотых тачек или просто обтянуть пленку золотую, как минимум. Ну, потому что тут, по-моему, футболисты отдыхают.
Так, тихо-тихо-тихо, вот так вот. Да. Но тут же озеро. Тут дома на горе стоят, как бы тут же... Ой, озеро, боже, океан тут просто, ну как бы... Может, какой-то чемпионат здесь проходит? Не знаю, но мне сказали, что здесь отдыхают крутые, получается, футболисты. Поэтому это, возможно, их тачки. А вот как бы... Так, я вот тут вроде бы увидел тачку. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Забираем, зарабатываем. Вообще, ребята, по кайфу. Мы еще не заработали, конечно. Что видел? Что увидел? Вкусно! 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 Нет! Я КВН твоего попробовал перед съемкой. Так, отлично. У меня уже 4 золотых тачки. 500 рублей это, в принципе, дешево. У меня 4 золотых тачки, братан, ты понимаешь? 4 золотых тачки! 4! Золотых тачки! Шары. Офигеть! Залил, ничего не видит, нормальное явление. Тихо, чахну. Блин, перехотелось, ну ладно. Ладно, забираем тогда зато вот эту тачку, и в принципе, ребята, остается еще угон на двух, точнее время на две тачки, которые я тоже, в принципе, уже видел, поэтому надо будет просто ее забрать. Тихо-тихо-тихо. И это пушка! Пушка-гонка! Золотая пушка-гонка! Смотри, что угнал! Смотри! На нахер! Да ты ебабо, что ли? Отлично, короче, все четко, все хорошо, прекрасно. Ты что делаешь? Ты фуфлина? Ах ты фуфлина вонючая. А не, ты все, я думал, ты у меня тачки хочешь украсть. Или что ты там делал, я так и не понял. А кто тебя знает, ты же фуфлил. По ним же видно. Да конечно, пластмассовый это ты, а тачки у меня офигенные. Поэтому, ребята, поехали за предпоследней машинкой. Я уже знаю, что я заберу. А как минимум я заберу. Вон вроде бы ту вот эту. А это что такое? Это что за гибрид болид? Болид, ай болид, я не понял. Болид гибрид? Это Пежо. Это Пежо. А, это Оникс тачка, просто пушка, гонка. Понял, братан? Как бы, офигеть, что я сегодня угоняю. Знаем, такую, просто, да. Просто жесть. Нет, ребята, сегодня просто офигенный угон и офигенная вылазка в Палета Бэй. Раз, два, три, четыре, пять! Пять золотых! Мне кажется, фермеры здесь в ахере все сидят. Даже 6 золотых тачки. Я тебе отвечаю, тут просто как бы, как минимум, футболисты какие-то приехали, и все тачки мы у них потырили, как минимум. Потому что сам подумай, откуда у фермеров всякие болиды? Бугатти. Или Бугатти? Откуда? Откуда здесь болиды или Бугатти? О, молния Маквин! Молния Маквин, я угоняю молнию Маквина, понял, братан? Вообще порядок, офигеть, ребята, чё за угон сегодня, чё за сегодняшний день? Я обожаю просто Палета. Теперь будем почаще сюда приезжать, тут просто офигенные на самом деле тачки. Так, а ты там чё, справился, не справился? А то я вообще на тебя не обращал внимания, знаешь, я как будто брошенный ребенок. Ну я понял, да понял, просто, понял. Давай-ка посмотрим, что там за тачки ты угнал. Это получается Бугатти, какая-то непонятная тачка на крыше. А, крутой, конечно, драгстер и так себе, в принципе, машинки. Так, у меня, конечно, дороже все, потому что у меня есть Калибурн, есть Таратара, которая очень дорого стоит, Оникс и сама Ригера, которая офигеть сколько стоит. И, конечно же, все тачки у меня золотые, поэтому я думаю, что бал мой. Что скажешь? Буква Ю. Я понял. Окей, ребята, а мы отправляемся тогда на наше первое испытание. Поехали. Итак, ребят, наше первое испытание. Это получается прыжок в длину. Взял ты новую Феррари, я взял ту самую Пежо Оникс, которая, по идее, принесет мне сейчас бал. Я так считаю. Че, по скорости у тебя? Ну, 1100, новенькая тачка не особо. Полторы, полетел. Братан, полторы, просто ну, полторы, изи. Да, ребята, отлично, Оникс, конечно же, пушечка, и сейчас мы приземляемся уже практически в озеро, где рублевочка, но это ничего страшного. А потому что, ребята, это мой бал как минимум. Ты чё, куда? Сейчас, подожди-ка, я приземлюсь, я прыгну, обязательно посмотрю, потому что я, в принципе, да, все, я встал, поэтому давай смотреть. Так, чё там у тебя? Я, конечно, приземлился и вот так билбордом проехал вот так вот. А, серьезно, что ли? Понимаю, просто понимаю. Окей, это мой второй уже балл. Сейчас мы отправимся на следующее испытание. Проведем дерби за стоимость, тоже мой. Так, ребята, мы готовы. Наше следующее испытание. Это получается дерби. Поехали. Феррари против квадры. Прикольно, блин. И что мне делать-то? Что мне делать-то? Ой. Блядь. А
Отлично, понимаю. Ребята, просто замечательно. Первый мой балл, поехали дальше. Вторая жизнь. Как минимум, я хочу, чтобы ты вылетел. Давай, падай как куда-нибудь. Щегол, тихо, не надо. Я удержался. Я первый. Я понял. Окей. 1-1 по баллам. Прикинь? Поехали я дальше, в принципе. Умудрился на ней. Да иди ты. Куда подальше? Понял, да? Понял. Стреляй! Да стрельни ты уже куда-нибудь! Только не в меня! Пожалуйста, не надо. Кроликов. Сам ты кролик. А я заяц, понял, да? Я волк, я просто волк. В овечьей шкуре. Заяц и волк. На. Ну чё с тобой делать, блин? Да ничего, я понял, ребята, просто не было шансов. Конечно, за первый раунд я не знаю, как мне получилось выиграть, но ладно, 1-2 по баллам, отправляемся на следующее испытание. Следующее испытание, ребята, это получается оффроуд гонка. Феррари против Тары, едем направо, делаем круг. 1-2-3, поехали! Ага. Я не успел поехать, у меня лампы лопнули. Она не поворачивается. Серьезно? У меня тоже проблемы, потому что у меня Таратара вообще вся мятая. А ты не бей меня, понял, да? Я тебя запрещаю. О, куда ты улетел? Я предлагаю тогда не один круг делать, а до моста того огромно длинного доехать как минимум, потому что... Бля, вот это да, вот это прям было попадало, мягко говоря. Что с новыми тачками? Я не знаю. Есть. Он тоже быстрый, но он вообще не поворачивает. Вообще ноль. Я не знаю, но у меня пока вроде все хорошо. А я утонул. Я кого-то еще сбил. Обидно, боль. А, я пёселя сбил. Понял, окей, хорошо. Ну, все, хана тебе. Но это не пёсель, это получается, как бы это, тролль-пёсель. Вот, он тролль-пёсель, его можно было сбить. Тихо. Значит, тролль-пёсель? Но плохой пёсель он. Это как бы их надо чистить, они не нужны в мире, вот как бы, да. Все хорошо. Так, слушай, я в принципе почти доехал уже. Чё? Ну все. Чё, ну всё? Это ты не важен. Но, да пошел ты! Я важен как никогда, потому что это был койот вообще, он же плохой вроде, да, ребята? Вы как считаете, он плохой или он все-таки нужен? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужен ли этот пес или не нужен, вот, да. А мы, ребята, уже приехали первым, я думаю, что дальше смысла нету ехать, потому что у тебя вообще нету шансов, поэтому это мой балл. Ой, прости. Татара, конечно, тигрица, прости. Да, я понял, ребята, это мой второй балл за испытание, 3-1 по баллам общим, и отправляемся тогда на следующее. Итак, ребята, наше следующее испытание, это получается съезд горы Чили. Ты куда? Ты чё делаешь-то? Фуфлина, Мицил. Я на машину смотрю. На машину смотришь? Понял. Да. А я лечу. Ебать. Лечу. Очередное расстройство просто никакое. Почему расстройство? Желудка? Такое себе. И врагу не пожелай, как говорится. Я пока лечу. Все хорошо вроде бы у меня, я еще все-таки лечу. Ты где там вообще? Ты собираешься спускаться вообще или нет, а? Очередной кусок говнеца. Ну ты не те тачки берешь на те испытания, ты тупо ошибаешься. Вот этот драгстер, он хорош был бы в драге, а так получается, что ты его слил. Окей, ребята, я уже доехал. 4-1 по баллам, под капотом там все нормально, на нем я уже ездил, он мне понравился. Окей, мы отправляемся тогда на следующее наше испытание. Следующее испытание, это получается Drag Racing, чит Dragster против чит Баги. Интересно, конечно, проверить, какая же тачка будет все-таки быстрее. 1, 2, 3, поехали! Че тормозишь-то? Я не тормозил. А я не могу пробить! Я не могу пробить, у меня нету нитро! Догонишь ли? Догнал, обогнал, просто в конце. Ах ты фуфлина, блин. Ребята, поняла. Вот из-за того, что не было нитро, я не смог пробить себе потолок в 540. Так бы я был бы, конечно же, первый. Ну ладно, 4-2 по баллам, отправляемся тогда. На следующее испытание 800 у него. А следующее испытание, это получается, ребята, ступеньки. Монстр Трак против еще одного баги прикольненького. Посмотрим, кто же все-таки будет выше. У меня Монстр Трак особо не забирается. А я все. Серьезно? Я быстро приехал. Серьезно? А, не, жопа, я пока еду. Не, ну тебя хорошо едет, я помню, как бы, но... Вот у меня цепляется, вот это попадало.
Потому что он очень низкий, кстати говоря, вот уже прям я какие-то трудности. О, да, все. Я дальше не еду. Я дальше не еду. Не, это плохой монстр трак, поэтому, в принципе, у тебя есть шансы. Но ты не заезжаешь, да, дальше получается. Я понял. Нет, ну конечно. Я понял. Тихо. Я еще раз попробую. Как минимум, я бы хотел заехать. Давай. Да, заехал. Так, а на голубую интересно. Ну-ка. На самом деле, не, ну у меня прям сложность. Чтобы она ехала. Была бы прикольная тачка. Тихо. Ну давай ты. Чуть-чуть. Он кое-как заехал на красную, на голубую. Я думаю, он уже не заедет. Это потому что, ребята, как я уже сказал, не тот монстр трак. Который хороший, этот цепляется, но при этом заехал. Окей, это мой балл за испытание. Я предлагаю тогда отправиться на следующее и пройти его. Итак, ребят, наше следующее испытание — это получать смертельные шашки Калибурн против Бугатти. А мы сейчас начнем. Один с волосиной, два с волосиной, три, можешь ехать. Ты свою волосину на заправке оставил, иди побри. Какую волосину, на чем ты вообще? Я так-то на Калибурне еду, как нормальный пацан под 150, а ты, блин, на чит Бугатти, который едет под 300. Куда, блин, с тобой соревноваться-то? Ну, она очень хорошо едет, слушай. Она же не чит. Под 300 едет, ну, блин, как бы, офигенная тачка на самом-то деле. Она и под 400 едет. Тем более. У меня максималка 230, брат, чтобы ты понимал. 200, о, блин, копы, 30. А, это за тобой, да? Не-не-не, это за тобой. Понятное дело, у меня Калибур не такой дорогой, как у тебя, конечно, Бугатти. Вот, а ладно, ребята, я предлагаю тогда отправиться на следующее испытание. Тут, в принципе, все понятно. Поэтому балл твой, 4-3. Поехали на спринт. А следующее испытание, ребята, это получается спринт-гоночка с копами. Аж 5 звезд у нас, и ехать нам 6-6-6 километров. Поэтому, ребята, да, желайте нам удачки, мы поехали. Давай, братик, догоняй. Главное, это не врезаться, потому что, ребята, Регера, если сломается, будет вообще попадалово. Я дико извиняюсь, ребят, за то, что... Да, за то, что у меня вообще все прям плохо, так как болей короной, никто не знал, хотя, наверное, все уже знали. Я это заснял, поэтому, ребята... Да, поэтому, ребята, у меня немножечко голос просаживается, но я за это дико извиняюсь, ну, сами понимаете, надо ролики-то писать. Ой. Как я вас без роликов-то оставлю, вы, блин, лайки ставите, подписывайтесь на канал, зачем я буду останавливаться, нельзя, поэтому, зачем, ребята, зачем даже в плохом состоянии. Да, зачем вы это делаете, я в плохом состоянии, вот приходится мне ролики, блин, писать, ребята, так бы мог бы отдохнуть, ну, ладно, ничего страшного, в принципе, не привыкать уже. Так, ладно, я в Вайну тоже проезжаю, ты где там, а, Фуфил? Я с тобой ехал. Вот, далеко, вообще далеко. Мне кажется, что после у тебя нет шансов. После у меня теперь люфт. Ага. Только проблема в том, что я за ограждение залетел, прикол. Поэтому ты меня так-то догнал. А у тебя есть шансы сейчас? За ограждение залетел? Да, тихо. О, ты видел, он на ходу вышел. Да. Видимо, не выдержал, как говорится. Видимо, просто это, ну, испугался, как водят такой его, а напарники... Ой, куда я поехал? Сюда. Вот так у вот, потом вот так вот, и... Да ё-моё, врезался, но я поехал. Ты обошел меня! Ты как это посмел сделать, блин? Блин... Тихо, прости, да не хотел ударить. Я не хотел ударить, все, мы ждем. Вау, меня копы минусанули! Меня коп минусанул только что. Ах, он падла. Тихо. У меня что взорвалось? Что взорвалось, и у меня открывается, получается, этот капот. Да тихо, ты стань на колеса, Регера, ты же пушка-гонка. Ну-ну. А проще починить тачку. Нельзя чинить тачку, я тоже еду на корыте. Тихо. Я вижу, как ты на корыте едешь, ты офигенно себя чувствуешь здесь. Да что ты подлетаешь на всем подряд? Чё ты подлетаешь? Откуда ты тут взялся? Ё-моё, я, кажется, седым останусь после этой гонки, потому что ты доехал, да, я, получается, здесь последний. Окей, ребята, это балл последний за Юркой. На этом наша серия подошла к концу. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Ну, а с вами был Диман и Юрка. Всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока, ребятки.